Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео будем рисовать вот такой осенний пейзаж акварелью. Видео очень подходит для начинающих. Список всех материалов для рисования находится в описании под видео, так что заглядывайте туда. И не забывайте подписывайтесь на канал, впереди много всего интересного. Лист размечаю вертикально и простым карандашом намечаю, где будут располагаться холмы и деревья. На карандаш сильно не нажимаю. Холм один намечаю чуть выше другого, как бы под наклоном. Беру кисть с мягкой синтетикой, у меня вот такая с AliExpress, очень крутая, и беру голубую, немного добавляю карминовой воды и намечаю небо. Лист предварительно я не смачивала. Видите, у меня сухая салфетка всегда под рукой, об нее я убираю излишки краски с кисти. Переборщила я здесь с карминовой, очень ярко получилось. Убираю излишки только чистой кистью, можно и салфеткой это делать, промакиванием. Беру много сиены натуральной и намечаю листву деревьев. Не надо все заливать это одним мазком, а вот так постепенно маленькими мазками, можно даже брызгами это делать, главное, чтобы были просветы небольшие. Добавляю кадмий оранжевый, затем красный, у меня здесь кадмий красный светлый. Дерево слева чуть ближе к нам, поэтому оно ярче, поэтому здесь более насыщенные цвета. Добавляю оливковый. Если нет оливковой, то можно смешать зеленую с желтой. Если есть излишки краски, убираю их салфеткой. Особенно это делаю на дереве справа. Чтобы показать, что оно от нас дальше, то делаем его менее насыщенным, без лишних деталей. Теперь перехожу к холмам. Опять же, тот холм, что слева, он ближе к нам, поэтому на нем более яркие краски, я добавляю там меньше воды и больше цвета. Беру все те же цвета, сиену натуральная, кадмий оранжевый, ультрамарин, оливковая, зеленая. Добавляю теневые участки на деревьях, здесь смешиваю зеленую с ультрамарином и вот такими небольшими мазочками добавляю тени. Далее за этим добавляю более яркие цвета уже на холмах и новый цвет ввожу, сепия.
Еще подумала, надо добавить больше ярких красок на дерево слева, поэтому здесь добавляю больше красного и даю всему этому полностью высохнуть. А теперь беру длинную тонкую кисть, линер или лайнер, у меня она тоже с Алиэкспресса, тоже мне очень нравится. У меня на палитре здесь осталась сепия, можно чуток ультрамарина туда добавить. И вот такими движениями кисти рисую стволы и ветки деревьев. Кисть держу свободно, от этого линии получаются более похожие на веточки. Более крупной кистью добавляю другие детали, темные места и утолщаю стволы. Ну вот и все, осталось сделать подпись, и картина готова. Надеюсь, вам понравилось это видео, обязательно дайте мне это знать, поставьте лайк и напишите комментарий. Желаем вам вдохновения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!